Каждый раз, когда я сажусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Да похудеть проще пареной репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Понедельник на продвижении.